Бородатая неясыть. Бородатая неясыть, согласно классификации, относится к отряду совообразных семейству настоящих сов. Среда обитания находится в северном полушарии Земли. Вид достаточно распространенный, обитает в Америке, Евразии и Монголии. В России встречается от зоны смешанных лесов до северной тайги. Окрас взрослой особи имеет серый цвет. Спина украшена отдельными светлыми пятнами, переходящими на плечи и оба крыла в виде неявных светлых полос. Крылья сверху обрамлены белыми и темными пестринками. Глаза желтого цвета подчеркнуты темными круговыми полосками, напоминающие вид колец на спиленном стволе дерева. Над глазами расположены брови в виде двух белых полосок. Выражение лица удивленно настороженное. Под клювом окраска темная со светлым краем. Брюшко светлое, оно раскрашено крупными темными продольными полосами. Хвостовое оперение окрашено светлыми полосами, рулевые перья затемненные, переходящие к концу в широкую темную полосу. Ее видно как у сидящих, так и у летящих птиц. Ноги серого цвета, цевка и пальцы в оперении. Самка по окрасу не отличается от самца, только выглядит значительно крупнее. Бородатая неясыть для гнезд выбирает дупло в старых деревьях или просто селится в покинутое гнездо другой птицы. Места для проживания выбирают неподалеку от полян или опушек. Охотиться у них лучше всего получается на открытом пространстве, а не в густом лесу, где делать это далеко не так удобно. Охотится бородатая неясыть рано утром или вечером, но может и ночью, и даже днем, особенно зимой. Весной, с наступлением более длинных дней, бородатые неясыти переходят на охоту в сумерках. Охотятся чаще всего из засады, сидя на дереве и внимательно наблюдая, а главное прислушиваясь к тому, что происходит на ближайшей поляне, болоте или вырубке. Главное оружие при охоте бородатой неясыти – прекрасный слух и когти. Сова по слуху определяет наличие жертвы, даже если она находится не на поверхности, а на глубине до 30 см под снегом или под землей. Затем она слетает с ветки и молниеносно когтями хватает добычу. Часто с одной присады в радиусе 20-25 см бородатой неясыти удается добыть 4-6 зверьков. Если же место выбрано неудачно, то через 10-20 минут сова плавная перелетает на другое дерево. Если плотность грызунов низкая, бородатая неясыть охотится методом поискового полета. Она медленно облетает охотничий участок на высоте 2,5-5 метров и также по слуху определяет наличие добычи. Как и другие совы, бородатая неясыть часто охотится неподалеку от гнезда, и только отсутствие здесь корма вынуждает ее улететь подальше. Суточная потребность этой совы в еде составляет 150-160 грамм. Бородатая неясыть плохо переносит жару, поэтому летом, в самые жаркие часы, она прячется в тени среди веток на деревья. При этом она раскрывает крылья, поднимается на лапах и распушает оперение как бы для проветривания. Несмотря на большой размер, основную часть рациона неясытей составляют мелкие грызуны – полевки, суслики, мыши и крысы, а также белки, кролики, бурундуки. Изредка совы охотятся на птиц – маленьких ястребов, уток, тетеревов –